Приветствуем вас, дорогие садоводы! На сентябрь приходится время созревания корнеплодов, и возникает вопрос, когда выкапывать морковь и свеклу? Ведь неправильно выбранный срок уборки этих овощей может отрицательно повлиять на их вкусовые качества, привести к грибковым поражениям, что значительно сократит срок их хранения. Кроме того, максимальное накопление полезных веществ происходит именно в конце созревания. Чтобы не пропустить время выкапывания, прежде всего нужно следить за погодой. Свеклу собирают до заморозков, а морковь – после. Она прекрасно переносит холод, и уборка в теплую погоду плохо скажется на ее хранении. Практикуют даже сбор моркови из-под снега. Спелости свеклы свидетельствуют наросты, появляющиеся на листьях. Для уборки идеально подойдет погожий день с минимальной температурой не ниже минус 6 градусов. Как правило, уборку можно проводить до конца октября. Важно знать не только когда, но и как выкапывать морковь и свеклу. Садовый инструмент, как бы осторожно с ним ни обращались, может легко повредить корнеплоды, что сделает невозможным их хранение. Хранить собранный урожай лучше всего в подвале или погребе в специальных деревянных ящиках. Можно пересыпать их опилками или любым влагопоглощающим материалом, например, вермикулитом. Вы его найдете на нашем сайте, а также в большом ассортименте представлены ящики для хранения урожая. Спасибо за внимание и следите за нашими новостями.